Привет. Здравствуйте. Салам. Меня зовут Бекпулат Арыстанбеков, мне 17 лет, из города Астана. Так, а чем занимаешься? Я студент Казахского национального университета искусств. А факультет какой? Факультет музыкальной режиссуры. Бекпулат, скажи мне, пожалуйста, для чего и зачем ты сюда пришел? Огромный опыт для меня. Это ступенька на большую сцену. Я не могу жить без сцены. Это мечта с детства. Работаю над этим, делаю свою карьеру. Что будем петь сегодня? Я буду петь «Лебединая верность». Кеттек. Я бы хотел посвятить это выступление, этот конкурс к своим родителям, к своим слушателям, к своим родственникам, которые верят в мою творчество. Что с тобой, моя любимая? Же ты моя любимая, возвратись скорей, красотой своей нежной сердце мне согрей. Но это хорошо, когда 17-летние ребята, девочки и мальчики, не забывают советскую классику. У тебя это, ну, можно сказать, получилось, но очень среднее, особенно на припевах. Но сама подача песни была несколько деланная. Если голос у тебя и есть, но визуально я тебе не верю. Не всегда выходят люди на сцену, обладающие потрясающими данными вокальными. Ты мне нравишься. Прошу голосовать. Я скажу нет. Я скажу да. Не могу сказать «нет», говорю «да». У тебя два «да» и одно «нет», и ты проходишь следующий тур. Но